Привет, ребята, с вами Саша. Привет, Саня, сегодня день у моря. Привет, ребята, у нас погода. С которыми вчера делали гелиум. У нас погода супер, супер-пупер. И мы с Саней решили подойти вообще к побережью, самому морю. И поделиться с вами, как мы поймали лето за хвост. Тебе холодно? Давай побежим. Давай, ой, какая собака. Там, смотри, Саня красивая. Мне холодно. Точно? Дай, беги, бери какую-нибудь курточку, я тебя подожду. Беги. Беги, беги, беги. А я ее подожду, вот на скамейке. Красота, лепота. Ну, я так рада, вы не представляете, что так погода хорошо. Нас теперь. Ну, что я вам могу сказать? Мы с Саней еще будем эту неделю со всей своей семьей тут. Потом, наверное, мы понемножку уже начнем. Вот, у меня друг присоединился. Смотрите, какой красавец. А потом, наверное, уже поедем домой. Сейчас Саня прибежит, и мы побежим с ней по морю, по берегу. Вот, бежит. Так надо было шапку не брать, может, тебе. А то она тебе скинется, там потом сдует тебе ее ветром. Смотри, какой у нас красавец тут рядом сел. Видишь? Смотри, какой красивый. Подержу там ветром. Какая-то порода, знаешь, этим охотничья. Спрашивала? Не спрашивала, но я... Вот этот кармаран летит по небу. Ага. Видишь? Который против ветра. Шапку, может, сперва сними. Угу. Который мы спасали. Угу. Людей очень много стало понемножку собираться, потому что когда мы пришли, вообще было пусто. Теперь понемножку даже к морю все вот идут. Молодцы. Молодцы. Ой, какая там собачка. Классно. Идем, Саня. Это смотри, Саня, покажу тебе. Нет. Вижу. Давай, идем. Дай конфетку. Я уже съела ее. Ну почему? Не вредничай. Вот ребятки играются. Давай, ну смотри, сколько их тут, как этих горошек посыпано в море. Смотри, голенькая, как классно. Ну давай, Саня. Ну, знаешь, надо немножко закаляться понемножку, чтобы выйти, да, в воду эту. Пошли дальше, давай, пошли. Где? Где она? Ай, ну она побежала, видишь, по побережью. Супер, я не знаю, слышала ли вам, какой ветер у нас, но он теплый. Теплый ветер, ветер перемен. Этот ветер принесет хорошую теплую погоду. Вот здесь тепло, да? Да, может быть. Супер, прямо вы знаете, такое наслаждение вот смотреть. Здесь семьями, вот с колясками, с маленькими детишками. Все еще хотят перед школой, перед этой осенью, которую все не любят. Или если любят, так такую еще, когда листья. Иди к нам. Ой, какой красавец. Ой, какой красавец. Слушай, супер. Супер. Сейчас пойдем. Давай бежим быстрее. Давай побежим. Иди к нам, красавица. Она, видишь. Это он. Он, да? Да. Я не знаю, сколько времени. Мне кажется, каких 3 часа теперь дня. А что? Давай иди ко мне. А давай играть такую игру. Давай. Которого вода потрогает, тот проиграл. Давай. Вот все. Давай. Давай. Ай, ну так неинтересно, потому что если линия есть,
Знаешь, я не могу же все время вот так ножки показывать. Нет, нет. Я хочу поделиться со всеми, как красиво вокруг, Сани. Давай поиграем. Ну давай, давай. Куда это? Ну давай. Ну-ка, давай, встань, вот так я тогда. О, линия. Ну давай, становись в линии. Ну, кто вот проигравший, что проигравший делает? 18. Иди, хорошенькая, ай, какая хорошая. Вот так надо сесть, чтобы на ее глаза, знаешь, суперская, красивая очень. Это он. Ой, красивый, красивый, очень красивый. Красивый, ой, какой красивый. Видишь, не идет к нам, потому что хозяин рядом. Ну вот, каких тут можно увидеть красивых пород, правда? Не так, как наши, все, слушай, обросли жирком, да? Кто первая? Я первая, я! Меня первая волна взяла. Кто ты меня? Ой, девочка там как далеко зашла, слушай. Я еще раз вот. Море, море, не видно конца. Классно. Супер. А что там за машина? Там сани спасатели. Там спасательная машина, они смотрят, чтобы у никого какой-нибудь беды не было, потому что море размытое от волн теперь. Вот это собачка на нас ловится. Да, а это ихняя девочка, не видишь, тут, пока она искупается. Родители смотрят за ней, то я смотрю, что она без... Там так, знаешь, все равно уже далеко. Давай, Саня, тогда пошли немножко назад, по побережью походим. Давай, иди, залезай в нем, я тебя там поснимаю. Как классно сделано, и смотри, такой ветер был, бури такие были 3 дня, и смотри, не разнесло. Помнишь, мы его, наверное, прошлую неделю, когда-то ты уже тут заходила. Просто ты помнишь, я говорю, телефона нету, как жалко, не снимем. Ну да, дом индейцев. Давай, залезай. Классно. Классно. Можно постельное белье так. Да, и будет домик. Да, и можно играться. Супер, да? Классно, чтобы... Ой, я что забыла вам сказать, что я, знаете, как играю в кухне. На кухне дома. В тумбочку залазишь, делаешь там пледик. Осветление себе, да? Подсветку. Лампочку ношу. И ко мне тогда приходит арка. Да, 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 да. Может, сегодня покажу, как я так играю? Хорошо, обязательно покажу. Там как ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока, пока. Ребята, пока-пока. Надеюсь, что погода нас не подведет. Саня, давай обе. Мы сделаем пока-пока, чтобы нас обе увидели. Да. Вот так, да? Пока-пока! Пока! А я залезаю в салат. Пока-пока! А я вот так вот еще сделаю. Вот так, вот так, вот так, вот так. Пока, собачка! Пока!